Привет! Я смотрю, данная тема вам интересна, когда мы играем 32 человека на той или иной карте. Но ПВЕшках, к сожалению, это сейчас сделать нельзя, так что идеи по поводу ПВЕшек сразу же отклоняют. Но по поводу того, как упороться нам на разных картах ПВП, и конкретно где это сделать, ты можешь предложить в комментариях. Ну а же самые классные идеи я постараюсь реализовать. Ну а чтобы самый сок по типу... Только что кот разбежался и в стену прыгнул. Э! А ну успокойся. Чего? Чего? Нас два дня не было, и он сейчас морда прям вообще. О! О пути начальник говорит. А, чё? Всё? Всё, спасибо. В общем, дабы нам самое интересное, это типа подрывы, D17, 32 человека оставить на потом, сегодня мы играем в 32 человека на подрыве переулки. Приятного просмотра. Сейчас надо всего лишь один скриншот сделать. Всего лишь один. Я надеюсь, что никто не будет дубасить никого. Ну-ка, ну-ка. Вот оно, красиво. Все? Напиши, чтобы к стене встали, к стене. К стене. К стене, вот туда встаньте. Вот это хорошо, ребятушечки, да! Поехали дубаситься! А у некоторых людей вообще пинг не показывает. Я мегагренадёра сделал? Неплохо, неплохо. Пятерых взорвал! А я в челике застрял. Я не пойду на рынок, нахрен там сейчас закидаю. Арт-обстрел. Рынок рашит, что ли? Нет, нет. Резайте. Кто медик? О, со мной опять Алена? Я. Парни, рынок, рынок, нахрен. Там тигран нереальный, нереальный. Да блин, тихо. Ох ты, Тигран, что твори? Тигран минус 7. Минус 7? Да, он но! Но! Бомба на двоечке, ребята! Ох, меня убили, можно резнуть. А, у нас нет медов, да? От души, души, братан. Давайте подсадимся. Опа! Поехали. Поехали, дружище! Туши, пацанов! Туши, бедолаг! Не могу попасть! О, бля! Ты тушишь там, не? О, подошел! Я не кинул хае! Перед смертью хотел кинуть хае! В них прям! А, ну, все в теории они проиграли! Если они за 2 секунды никого всех не убьют, все, они проиграли! А у нас медик сидит просто на бомбе. Опа! Стоп. А, нет. Тут нельзя вообще раунды менять, настройки делать. Ну, иду на двойке, да, все, я так понимаю? Не понял, как он туда залез. Так, а где наша бомба? На двойке, понял. Ну один остался или нет? Давай. Как узнать? Все, он тебе нужен. Как узнать, сколько людей осталось? А? Пойдемте рынок прокинем. По приколу. По приколу, пошли рынок прокинем. Я раз прокинул. На. Понял. Ой, Владик там. Такой себе прокид на самом деле получился. Опять ты гранта. Я резаю! Кто с этой там взял? Бля, меня убили в дым. Напишите, чтоб садов. Да, на самом деле баталиях таких
Решает, наверное, только реген. Ну и защита от взрывов, конечно. И, кстати, реген шлемаки и крутые пушки новички сейчас могут получить с легкостью. Буквально сделав пару кликов. Перейдя по первой ссылке в описании, ты можешь прокрутить рулетку магма. Ну и прямо на этой же промо-странице можешь зарегистрировать аккаунт. Ну а дальше просто заходишь в игру, создаешь персонажа, пробегаешь быстренько обучение, и ты имеешь целый комплект магма-пушек на каждый из классов. А также не самую плохую броню. А вип-статус можешь получить, пройдя всякие тесты на официальном сайте игры. Ссылки на них я оставлю в описании. Все нормально, написал. Не знаю, послушают, послушают. А время 30 секунд. Чего он бомбу не берет? Бомба взята. Следуй за мной. Куда? Куда лезешь? Дефолт. Что он дерзкий? Иди сюда! Еще не врегала с дроби в нее. Ну ладно, давай. Жить можно, как говорится. Пойдемте все зели. Пошли. Пошли. А чем мы оттуда не выйдем же? Охренеть, ты просто представь на карту, на мини-карту посмотри. Сколько людей носится. Давай, братан, подсадочку мне, дружище. Там спину уже льва потушили. Зажатый лев еще сильнее. На бокал. Мне в башку дали. Нужно перелаз закрыть. Закрой. Еще перелаз, еще перелаз. Бокал. Еще поднять. Вот, души. Кость подними. Поднимаю. Не, я поднял уже в тупике. Нету маны. Уху! В атаку! Подсинка один. Как же это жестко. Бомба на двойке осталась, ребята. А, ну все, это был последний. Не, ну это, слушай, это легко идет. Это легко идет. Вон сколько фрагов? А, вы даже, наверное, свой счет не видите. У тебя 18. У меня 18, да, я свой счет. У меня 14. Челик на первом месте, который 500 очков. Есть пробитие. Ну все, я не поднял. Алло, вставай. Понял. Какое же мясо происходит, лютое. Я пойду, короче, в мясо играть. Давай, вставайте, друзья. Эта победа будет нашей. Это вам не на мясо бегать на депозите. Здесь надо уметь играть. Ты куда прешь? БК. Андрей бежит по Владу. Там два века на БК сидят. Лечу. Понеслась! В атаку! На Владу. Дел, он же ждет. Дел, где конкретно? Он меня слил. Под подсадом. Под подсадом. А, да? Не. Бишь. Но! Сейчас либо затащится. Затащится, короче. Нет. Она одна, что ли? Скорее всего. Но! Любовь Пиналова фамилия. На! Любовь, ну как бы в другой раз, девочка. Какой же это просто трэш происходит, я не понимаю. Как вообще это... А представь РМ такой. Вот это настоящие клановые битвы. Блин, может реально кому-то КВшку забить, вот так сыграть?
16. Осуждаю. Почему? Забанят. Ты шо? Почему? Ну, не знаю. Потом... Да не забанят. За что тут забанить-то? Мы же просто играем. Мы же никому не вредим. Стата никому не засчитывается. Мы ничего не фармим себе. От этого мы никакой выгоды не имеем.